12 января в манеже «Красная звезда» состоялся региональный этап соревнований по мини-футболу среди школьных команд. 26 коллективов из Омска и районов области соперничали в 4 возрастных категориях. Команда Одесского района. Мы приехали представить вторую школу. Мы сюда приехали, чтобы выиграть, победить. Нам нравится мини-футбол, потому что здесь развивается скорость, ум, нужно думать, изобретать. Мини-футбол любим за зрелищные головы. Можно хорошие делать комбинации, взаимодействовать со своей командой, ну и сближение с командой соперника. К примеру, когда мне турниры, пообщаться хорошо. В состязании юношей яркую игру продемонстрировала команда Омской школы номер 55. Ребята блеснули умением обострять атаки и победили в споре юношей 16-17 лет. У нас хороший тренер, подготавливаемся к каждому турниру, участвуем с удовольствием, ну, потому что нам нравится мини-футбол, а у нас хорошо в нем получается играть. Быстрая игра нам подходит, мы играем быстро, откроемся в коридоре и все, ну и забиваем, реализуем моменты. В категории игроков 14-15 лет верх взяла команда Шабакульского района. В младших возрастных группах на верхнюю ступень пьедестала поднялись футболисты Полтавского района и школы номер 150. Мы играем очень энергичный футбол и заряжены на победу. В соревновании девушек отличились юные спортсменки из Муромцевского района. Они завоевали золотые медали в 2 возрастных категориях. В старшей группе победила команда школы номер 152. Мини-футбол интересен тем, что это очень хорошая и быстрая игра. В ней очень хорошо играть. Оно полезно для здоровья. Любим мы футбол. Почему? Потому что он нам очень нравится. Он близок к нам душой, можно сказать. Это динамичный вид спорта, в котором можно развивать себя, можно развивать свое телосложение и поддерживать форму. Победившие команды представят наш регион в следующем этапе соревнований, который пройдет в Новосибирске.